Ребят, всем привет! Что я вам хочу рассказать и показать? Пока мы находимся в гараже, Мишка зря времени не теряет. Мишкины шаловливые ручки сделали вот что. Помните, как Мишка по 8 минут раскладывал свое спальное место? Помните такое? Ему надо было убрать эти два ящика, поставить их вниз, потом переставить сиденье там. То все, вот. Короче, мы сделали экспедиционный кунг. На два человека, то есть это постоянно разложенные два спальных места у нас получается. Вот смотрите, мое спальное место разложено и Мишкино разложено. Вот и вот два злополучных ящика любимых. Видите, ящики пустые, ребят, потому что они нам уже не нужны. Посмотрите, что Мишка сделал. Хоп, открываем. Вот содержимое одного ящика. Ну, оно не полностью заполнено, но мы все вот из ящиков выгрузили, переставили. Хоп, содержимое второго ящика. Даже мой спальный мешок сюда влез. Вот так вот. Все, ему теперь не надо. А эти ящики мы просто теперь удаляем отсюда. Ящики сделаны из фанеры. Доступ к деталям и к обслуживанию машины сохранен. Все это съемное, разборная и может вернуть первоначальный вид вездеходу, то есть его заводской вид. Все, у Мишки теперь всегда разложенная кровать. Вот. Что мы еще сделаем? Еще у нас будет, вот смотрите, еще у нас будет ящик вот такой же, как здесь холодильник стоит, но только ящик будет для всякого скраба, чтобы вот тот вот синий наш ящик освободить и его тоже удалить. Потому что это пластик, это ненадежно. Ну вот. Для того, чтобы было место сидеть и что-то еще делать, готовить, допустим, еще что-то. Ну вот видно, да, что один человек, в принципе, может сидеть здесь спокойно. Вот у него стол, может кушать. Можно даже этот матрас поднять, а под ним будет лежать пластик там, чтобы можно было кушать. Вот его загнул, матрас этот. Там, вот тебе стол какой. Вот ты сидишь на нем, кушаешь там или что-то делаешь, компьютер достал там. Вот рабочее место получается, ребят. Вот здесь. То есть ты можешь с компьютером даже ноутбук тот же поставить, еще что-то. Ну, что-то можно делать, короче, есть вот рабочее место. Второй человек. Что делает у нас второй человек? Помните, Мишка раньше обычно сидел в кабине. Ну, потому что места нам не хватало. Вот, если разложены, сложно. Сейчас же мы делаем просто вот так вот. У нас будет стоять вот такой вот ящик примерно, ну, по размеру примерно такой же, да. И делается следующая манипуляция. Поднимается моя кровать вот в такое положение походное, вот, то есть она вот так вот будет ездить у нас. Сейчас она просто не фиксируется. И я спокойно здесь сажусь, готовлю кушать. Вот у меня стол. Или что-то делаю, и мы оба спокойно сидим. У нас есть две свои персональные рабочие зоны для чего-то. Подготовить снасти, подготовить еще что-то. Ну, то есть я могу здесь приготовить кушать. То есть поставить сюда плиту, какие-то вещи сделать. Ради бога. Вот такой у нас экспедиционный салон получается. И мы скоро поедем его обкатывать и расскажем вам. Удобно это? Или неудобно? Скажите же, удобно. Вот так вот. Мишка же полезный. Ну и я тоже. Кстати, хочу еще добавить, что Мишка это сделал своей одной рукой. Не, ну теперь тоже полторы руки. Полторы руки, да, у него уже повязки нету, но да. Палец еще болит. Да. Но тем не менее, ребят. Стараюсь быть полезным. Мишка молодец, Мишка полезный. Главное, чтобы не был полезный. Да. Все, всем пока. Всем пока, народ.